Мы все жили в конфликте с тьмой, но после рождения свыше иная субстанция поселяется в нас, приводя плоть в конфликт с духом. Ты, кажется, ты в войне? А что если вся война и весь конфликт не находится вне тебя, а находился всю жизнь и находится только в тебе? Конфликт, конфликт с собой. Ты постишься и молишься, воюешь и колбасишься в депрессиях и в кошмарах, потому что ты не знаешь, кто ты. Ты не знаешь, кто ты. Алло! А что если на услышанную истину реагируешь не ты, а враг внутри тебя? Слушай внимательно, он живет там с самого рождения и уже давным-давно стал частью тебя. Тебе кажется, что слово истина атаковало тебя, а оно тебя не атаковало, оно просто выскутило врага. Вот это, что в тебе взбурлило, это не ты! И у тебя конфликт не со мной. Ты ненавидишь ними. Ты ненавидишь то, что сейчас всплыло внутри тебя. Оно уже стало твоим. Оно уже стало родным. Оно уже тебе начало диктовать, как жить. Оно, вот эта грязь, эта плоть, она реагирует на помазание. И я, если сильное помазание, бурно реагирует. Ты меня не знаешь, а оно внутри знает меня. Дьявол, какой дьявол? Тебе достаточно дьявола, чтобы убить самого себя. Тебе кажется, что слово истины атаковало тебя, потому что тебе больно. А оно просто-напросто высветило врага. Не вздумай защищать его. Найди его и уничтожь его словом истины. Не надо его охранять, беречь, лелеять и закрывать, чтобы оно не слышало ничего помазанного. Дай ему съесть, заткни его, скажи, слушай! Этого ненормального, да, этого ненормального проповедника. Все стереотипы, ситуации, проблемы и грехи, на которых ты реагируешь бурно, это доказательство конфликта в этих ситуациях внутри тебя. Тебя раздражают состоявшиеся семьи, потому что это твой конфликт. Ой, о, да. То, что сейчас ненавидит, реагирует и пытается обрыгать этого проповедника и закрыть ему рот. Это не ты! Мы друг друга любим! Это ты, сяра, и война внутри тебя отреагировала на мое, а нас... На себя посмотри! Слушай, стоп! Ты знаешь, что только что в тебе отреагировало? Ты хоть задумываешься? Тебе кажется, что это ты отреагировал? Просто добрался до твоего червяка там и потянул его. Запомни, никакой войны нет. Вся война исключительно базируется на твоем внутреннем конфликте. Нет конфликта, нет войны. Все внутри тебя.